Кудубасарах сегодня поздравляли миротворцев. Напомним, накануне у нас праздновали День ввода российских военных в Приднестровье. О цене мира дубасарцы знают не понаслышке. Первый удар принял именно этот город. Первые жертвы здесь были еще в ноябре 90-го. Полномасштабные боевые действия развернулись 2 марта 92-го. За 5 месяцев войны были разрушены сотни жилых домов, предприятия, детсады, школы. При артобстрелах погибли более 50 мирных жителей, в том числе и дети. 44 человека пропали без вести. В 1992 году приднестровцы встречали российских миротворцев с цветами, со слезами радости на глазах. Так же, как в далеком 1944 году встречали солдат Красной Армии, освободивших наш край от немецко-румынских оккупантов. Приднестровцы верят, любят и надеются на российских миротворцев. Выражаю вам искреннюю благодарность за то, что 29 лет мы, приднестровцы, можем спокойно, с уверенностью в завтрашнем дне жить и трудиться на родной земле, растить своих детей. Желаю крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного неба. Сегодня еще раз напомнили, миротворческая операция в Приднестровье признана одной из самых успешных в мире. Тирасполь и Москва выступают за сохранение формата миротворчества на Днестре.